вы можете начать испытывать чувство такого вот тревоги в связи с изменением, которое в вашей жизни происходит. И ваша задача осознать, если вы не понимаете, что изменение, даже позитивное, я уж не говорю про негативное, является стрессом, то вы можете интерпретировать возникшую в вас тревогу неправильно, оценив ее как проявление какого-то соматического заболевания, да? Оно же, тревога физиологически проявляется, да? Она же мышечно проявляется, она дыхание проявляет, она влияет, потому что это симпатоадреналовая реакция, весь организм. Была тревога, которая возникла, возможно, по совершенно не, ну, как бы, кажущимся незначительному поводу, или даже по положительному поводу. Но я растревожился в какой-то момент,